Здорово всем, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Wolfenstein Youngblood. И нам с тобой нужно под Брудером 3 забрать чемоданчик какого-то ученого, который... Не знаю, что он здесь делает. Стухни, Артур. Что может делать здесь ученый в подвале, в котором нет света? Что за херня? Почему в метро нет света? В катакомбах нет света. Надо срочно Сергею Семеновичу Собянину написать, чтобы он провел сюда свет. Мне почему-то кажется, он срочно выйдет и все сделает. Прям вылетит, я бы даже так сказал. Он прилетит сюда. И везде проведет метро и свет. Есть, конечно, вон они. Посмотри, сколько этих уродов здесь. А где главный говноед? Меня интересует главный... Главный где? Слушай, я не знаю, как здесь идти. Тихонечко, не тихонечко. Пойдем потихонечку попробуем. Попробуем потихонечку. Не уверен, что получится. Сейчас мы вот этого... Бля. Прикинь, как можно было в трос попасть? Как можно было попасть в трос? Это вообще... Атас просто. Сейчас я потихонечку попробую. Ну, если спалимся, то спалимся. Так, там оружие болтается, валяется. Никто не догадается. Сейчас. Сопротивление тут что-то вроде передового аванпоста. Похоже. Че, попробуем? Отлично. Тихо. Спокойно. Всем оставаться на местах, деньги не прятать нихера. Идем по трубам, по трубам, по трубам, по трубам. Так, 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 так. Меня интересует главный. Главный их интересует. Где он прячется? Пробуем по-тихому? Да. Нацисты за это поплатятся. Вон он. Я обещаю. Тихо, 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 только не ори, пожалуйста. Только не ори. Или это не главный? Бля, все. Да умри ты, сука! Да это вообще какой удар? На, гранат туда. Свет-то не включил ни хрена. И тишина. Ты понял? Мы такой кипиш здесь навели. Вон он бежит, главный. Не хочешь шуметь, сестра? Не хочу шуметь. Все. Я мимо него просто прошел, представляешь? А так бы мы бы с тобой... Да что ж такое, возьмись. Ладно, все сейчас обыщем по-быстрому здесь. Мы ж стопудово что-нибудь здесь попропускали. Всякой вкуснятины, всяких потрошек, всяких... Всяких всякостей. Так, ну я же тебе сказал, монетки я пропустил. А вот так бы и ушли без монеты, как дураки бы отсюда. Самое главное найти чемоданчик. Чемоданчик, чемоданчик. А на самом деле я тебе хочу сказать, что игра интересна только тем, что можно в кооперативе поиграть. Так, честно говоря, скучновато. Вот почему-то очень мало катсцен, почему-то в брудерах убивают моментально, либо тебе нужно идти по-тихому, либо выполнять все задания, повышать уровень и потом уже идти и грохать их. Мне это не очень нравится, вот тебе честно скажу, это прям какой-то ассасин прям-таки. Очень напоминает Assassin's Creed, постоянно что-то прокачивать, постоянно что-то делать, пока уровень не достигнет нормального. Ни хрена тебе хорошего не видать. Так, это я собрал, это соберем. Почему? Еще вопрос такой, почему монетки автоматически не собираются? У меня вот к этому очень большие вопросы. Подожди, а у меня есть вот на этом фонарик? Это, по-моему, поплотнее оружие. Сейчас мы соберем здесь все. А куда мне идти? О, там какая-то херота лежит. Тихо. Давай на этот раз без шума.
Да, в смысле без шума. Без шума, может, и неинтересно на самом деле. Ну, постараюсь, конечно. Постараюсь без шума. Самое главное — найти этого главного нациста. И охерачить его топориком для разделки мяса. Так, у меня полный боезапас. Так что... Там робот. Зольдан, 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 солдатан. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не палите меня, пожалуйста. Никого здесь нет в уголочках. Никто не прячется. А там псина, что... Да, ну, ну вот... Сейчас я приду. Да ты можешь не приходить здесь, псина. Мне нужно понять, где находится главный солдат. Я его ни хера не вижу. Так, это не тот. Это не тот. Это медик, это педик. И железный гомосек ходит. А единственный вариант — пройти вот здесь, наверное. Оп. Да нет, сядь. Бля, собака, даже оборачиваться не хочу. Все, палево, палево. Да не, да кончилось, кончилась херня эта. Сейчас, подожди. Подожди, я сейчас всех убью, всех убью, всех. На гранат держи. Так, этот, блин, он здесь палит, короче. Да когда ж ты сдохнешь, собака? Так, Зальдатан. Собачка. Иди, я тебе кусочек мяса принес. Сука. Сука, не кусай меня. Ладно, сейчас разберемся с собаком. Вот так вот. Взорвали мы ему там, короче, бензобак. Все. Auf Wiedersehen. Блин, Джесс. Или кто это? А, да, прикинь, я уже испугался, короче говоря, своих же. Своих уже боюсь. Вот так вот. Ну, по-тихому, как видишь, не получилось. Ну, ничего страшного не случилось же. Так, монетки, 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 монетки мои. Мои. Кого ты там убила уже? А с кем она там... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас. Я помогу. Я ж всегда готов прийти на помощь. Как черный плащ. Ёпта, ёпта. Тихо-тихо-тихо. А чё они прячутся-то, я не понимаю. Сейчас я его убью. Сейчас мы ему сейчас все снесем нахер. Пока он тупорылый. Тупорылая жестянка. Так, что, возьмем его оружие? Посмотрим, что из этого получится. Так, наверх нельзя. А, можно разблокировать способности персонажа 7. Да блин, я нихера не вижу. Ты понимаешь, проблема в том, что вот с этой пукалкой я нифига не вижу. Все ж темно, ни хера не видно. Фонарик не включить, потому что в руках это байда. Ну ладно. В принципе, я не переживаю. Я могу и так ходить. Я могу ходить и так. И мне насрать на них. По-моему, я слышал кого-то железного. Опять где-то железный ходит, гомосек этот. Или мне кажется... Воу! Чё это? Блин, опять ты меня испугала. Короче, нажимаем, ладно, херс. Похоже, забираться наверх надо по этим платформам. Платформам? Да тут помимо платформы еще какие-то гомосеки стоят. Банч. Так же веселее. Сейчас я его сожгу, не ссы. О, беспилотник. Не-не-не-не-не, подожди. Может, ты сама с беспилотником разберешься? Ладно. Че, еще прилетел, что ли? Я дрон нациста. Молодец. Молодец.
Пойдем вниз, спустимся. О, к нам друзья. К нам друзья опять пришли. Где он? Сгори. Сволочь. Сволота. Просто сволота. Так, спокойно. И куда... А, вот сюда. Хорошо, 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 хорошо. Пойдем. О, что-то в сумке валяется. Броня, 7 брони. Ну ладно. Так, у меня 8 зарядов для этого говнища осталось. Ну, это ничего, это хорошо. Это прям волшебно, я даже сказал. О! Бля, можно было по... Воу! Ты, блядь, ты чё вообще, что ли, охреневшее создание? На, скотина! Режь свиней! Режь свиней. Так, я у него пушечку взял, 43 заряда. 43 заряда есть, теперь, короче, мне вообще ничего не страшно. Так, ну здесь опять кнопка. Да нажми ты эту уже кнопку-то, а. Так, опустилось все, отлично. Может, я что-нибудь пропустил? Постой, Софи, дай догоню. Да беги, я тебе что, мешаю, что ли? Как будто тебя держу за ноги, чтобы ты не бежала. Можно было к этому солдату на самом деле подкрасться незаметно, но так неинтересно. Нет, интересно, когда до хрена их. Когда их до хрена, можно по-тихому подобраться, вырезать их. И все будет хорошо. Так. Здесь ничего нет. Опять кнопка. Пиу. Не понял. Я вот сейчас... А! Стой. Опа. Ха-ха. Вот здесь мы убили этого уродца. Тихо. Бля, вообще ничего не видно. Что за херотапч? Вот ты видишь... Тихо. Неизвестные припасы. Неизвестные припасы для чего? Для другого оружия. Для... Да умри ты нахер. Так. Слушай, ну здесь темно как в жопе просто. Сейчас там кто-то стреляет, между прочим. Граната готов! А с кем ты там воюешь-то? Я чемодан уже нашел. Сжимаю чемодан в горячей ладошке. Да ты бы иголку в стоге сена нашла, сестренка. А она с кем-то там воевала еще, короче. Ладно, пойдем. Войти в Брудер 3. Подожди, войти в Брудер 3 и покинуть новый этот уровень. Передать чемодан. Ну-ка, стойка. Стой, задание. Передать чемодан Марии, а Брудер 1 у нас, так, уровень у нас с тобой 20-й практически уже. Оружейник Клод, это под Брудером 1. А мы сейчас с тобой находимся под Брудером 3. Блин, почему? Почему здесь так все непонятно? Вот найти Брудер 3. Я сейчас где? На третьем, на первом, на втором Брудере, я не понимаю. Ладно, давай попробуем войти, короче. Передадим чемодан чуть попозже. Вы входите в Брудер 3. Научно-исследовательский центр, открытый нацистами в Париже. Генерал Лотар Брандт возвел эту башню 9 лет назад. Ее разрушили на прошлой неделе с помощью киберпилота, взломанного нацистского робота, управляющего остальной техникой. Мария ремонтирует его. Возможно, он еще послужит потом и нам. Так. Девчат, Брудер 3 сильно пострадал, но я периодически вижу его в сервер в системе Парижа. Думаю, они держат его в каком-то подвале. Идите на развалины и проберитесь в разрушенную башню. Спасибо, Эбби. Кого они держат в подвале? Мне кажется, нацисты где-то рядом. Да, эти нацисты всегда где-то рядом. Всегда где-то рядом. Я так понимаю, что мы уже в Брудер залезли. Передать Марии чемоданчик. Не-не-не, подожди. Надо сменить. На Брудер 3. Вот так. Все. Вот теперь у нас задача появилась. Брудер 3. Отлично. Это просто волшебство какое-то. Чё это? Открывается с другой стороны. Да в жопу вашу другую сторону.
Ладно, пошли. Мне кажется, здесь как-то нас... Мне кажется... Воу, воу, бля. Спрячься. А почему не работает? Почему пряталка не работает? Я только присесть могу. Ты крута, Джесс. А пряталка... О, заработал. Фух. Я что-то пересрал, короче, что пряталка не работает. Ну-ка, подожди, дай-ка сюда спрячусь я. Я вот сюда спрячусь. Давай посмотрим персонаж. Мышцы... У нас 10 этих хреновин есть. Сила. Ловкий невидимка. При работающей маскировке можно ходить, как обычно, не приседая. Отлично. Даже не думая, беру и все. Мышцы. Мышцы мне, наверное, не нужны. Охотница на суперсолдат. Сколько стоит? 3. Сейчас посмотрим. Так, это что? Сборщица аптечек. Обыскивая трупы, вы получаете больше здоровья. В принципе, неплохо. Рывок в сторону... Так, подожди, не то. Сейчас что-нибудь, короче, прикупим. Сейчас в любом случае что-нибудь прикупим еще. Так, к броне после реанимации с сестрой. Возможно, что пригодится. Что я здесь хотел? Силу, что ли? Сокрушение. Нет. Сокрушение мне точно сейчас не нужно вообще. Мышцы. Это я прокачу. Охотница на суперсолдат. Давай. Так, оружие. Давай-ка мы с тобой, значит, прокачаем, наверное, сначала... как он называется-то? Штурмгевер. Бля, гребаный этот. Слышь, пошли сюда. Пойдем, войдем вот сюда обратно. Сейчас мы здесь прокачаемся. Иди сюда, блин, сейчас спалишься нахер. Так, здесь я и прокачаюсь. Значит, штурмгевер. Так, фонарик, отлично. Увеличенный магазин. Так, ствол. Так, приклад. Урон 3,8, скорострельность. Хер с нескорострельностью, пожертвуем с тобой скорострельностью. Улучшить доступно на 25 уровне. Кюгель, вот он. Давай, значит, что мы здесь с тобой сейчас улучшим? Урон повысим. Фонарик у нас есть с тобой, увеличенный магазин есть. Ага, так, что у нас здесь? Вниз скорострельный, зато урон выше. Урон такой нехислый получается. Давай, пожертвуем везде в сторону, на самом деле, этого урона. Так, точность, увеличенный магазин. Так, урон, 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 точность, минус, не знаю. Утяжеленный ствол, ага. Так, урон, сейчас, и увеличенный магазин. На 60 скорострельность уменьшается, вы что, гоните? Точность уменьшается, не, хватит. Так, и что бы еще прокачать? Может быть, пистолет? Пистолет? Хотя зачем? Все, в принципе, я готов. Вот как это говно снять? Чтобы по-тихому-то было. Очень быстро расходуется невидимость. Очень быстро расходуется невидимость. Тихо, тихо. Сейчас, 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 сейчас. Надо все делать тихонечко. Найти этого главного нациста, грохнуть его, а потом всех остальных. Суперсолдата можно грохнуть. Так, 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 так. Ну поднимайся, пока, блин, пока же не видит никто. Это вообще, это жопа просто. Сейчас опять наберется, пойдем потихоньку. Пошли. Нет, можно, конечно, входить. О, что я нашел? Это чтобы никто не слышал, сука. Чтобы никто не слышал сирену, если что. Бля. А я же охотник на суперсолдатов, да? Тихо. Сейчас я подсоберу немножко и пойду его грохну. А он вообще не передвигается, что ли? Что за херня? Как же медленно набирается невидимость. Пу. Я же охотник на суперсолдатов.
Я же на суперсолдатов охотник. На, сука. И теперь надо резко свалить, потому что там еще один. Ты видел, там еще один идет. Сейчас. Попробуем незаметно. Да пробуем же. Пробуем незаметно. Зачем ты встала там, дура? Сейчас спалит на тебя. Сейчас наберется, и я пойду его грохну. Хрена он разбежался куда-то. Ты куда пошел-то? Дядя, ты куда пошел? Стой, 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 стой. Ты так хорошо стоишь, прям вообще замечательно. Отлично. Я просто в ударе сегодня. Сегодня мы... Это что там такое стоит? Слушай, там какой-то огромный робот стоит. Нам с тобой точно нужно найти срочно главного нациста и грохнуть его. Потому что если заработает вот этот огромный робот, нам с тобой не сдобровать. Надеюсь, это просто муляж. Может, это просто муляж, реально? Сейчас нам это точно не по зубам. Оу, нихера себе, цитадель. А ты видел нарисовано, что типа он мне не по зубам? Ну да. Он мне не по зубам. Твою мать, то есть он мне не по зубам. А я так хорошо здесь спокойненько хожу. Это что, мне придется возвращаться обратно, что ли? Мы за воротами, башня, Брудер. Ладно, посмотрим. Запрос нельзя же сделать. Недоступно, не открыто метро. Ой, пошли они нахер. Что значит недоступно? Что значит не по зубам? А если мы по-тихому? Бля. Как хорошо, он даже не заорал. Пробуем по-тихому. Спрячься. Фух. Никто не поднял тревогу. Да это ж просто волшебство какое-то на самом деле. Отлично. Все, пошли сюда. Ты видел? Короче, этот, он даже не понял ни хрена. О, фашисты. Фашисты, нацисты, террористы. Тихо. Это о чем говорит? Оу. Бля. Молодец, сестра, ты в ударе. Я сегодня по стелсу решился пройти, я так понимаю. Так, там какой-то робот ходит. Надо найти этого главного. Так, этого я сейчас тоже грохну. Спокойно. Я сегодня действительно... Вон он! Тихо. Но в этого можно кинуть просто говно. Пошли, 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 пока никто не видит. Поднимаемся наверх и режем этому козлу жопу. Отлично. Остался кто? Остался огромный, который на проходе стоит. По-моему, он сюда развернулся. А, нет, он не развернулся. Пусть стоит так же. Замри, сука. Стой, 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 стой. Хорошо стоишь. Прям нравится, как ты стоишь. Сейчас, 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 сейчас я приду. Слава богу, он дождался меня. Фух. Да. Красиво. Красиво идем сегодня на самом деле. Мне очень нравится. Давай посмотрим, что здесь есть. Какие-то хрени, какие-то газеты. Какая-то херота. Так, а мы точно всех никого не пропустили? Никого не обидели топориком? Может быть, кому-нибудь еще нужно в спину почесать топором? О, блин. Что, блядь, за херня? Так, ладно, пошли, короче.
Ой, еще одна. Надо все их уничтожить, чтобы они не поднимали больше тревогу. Я только не понимаю, почему они не отсвечивают. Они же должны светиться как-то. Почему они не светятся, непонятно. Никто не поднял тревогу. Да я понял. Тихо. А вот здесь могут поднять тревогу. Так, два фашиста, нациста слева-справа. Но раз мы сегодня с тобой по стелсу, значит по стелсу. Опа-на. Тихо. Блин, а там это говно. Не очень интересно. Не очень интересно, потому что там есть летающее дерьмище, которое наблюдает за нами. Наблюдает за нами. Тихо. Как бы их обойти так потихонечку, чтобы нас никто не спалил? Блин, я думаю, что это будет невозможно практически. А может и возможно. Только очень быстро кончается невидимость. Воу, все, спалились. Да что ты делаешь? Какой топор? Тихо! Суперсолдат, он сдохнет! Да ты умрешь или нет, что ли? Да ё-моё. Сейчас я у него пушку возьму его. Ништяк. Кто там еще? Где, где, где? Ты чё, охренел, что ли? Ты понял вообще? Так, медик. Прощай. Прощай, наша встреча была ошибкой. А это кто там? На! Блин, кончилось. Да плохо. Ладно, пока он там, короче, мы вот так его издалека. Бля, кто это? Кто-то, по-моему, пытается меня убить. А, это ты? Сволота. Дай-ка я поднимусь наверх, сейчас помогу тебе. Сейчас я поднимусь наверх. Тут еще что ли один? Ну на, гранату тогда держи. Так. Опа, на. Да ё-моё, я упал прям, короче, к нему. На, гранату-то. Вкусняшку съел? Скотина. Воу, куда-то он улетел. Тихо. Слушай, ну он обнаглел уже. Опа, она. А это что? Летающий смешарик. А где еще один топает? По-моему, чувак, ты застрял там немножко. Опа. Учись прыгать, сволота. Так, дай я возьму вот этот вот. Бля, перезарядка. Тихо. Все, ништяк. Auf Wiedersehen. Так, давай насобираем всякого говна, которого мы здесь с тобой не насобирали. Слушай, ну они жесткие ребята, я скажу тебе. Жестят они даже. Даже очень жестят. Так, хватит мешаться мне. Пошли отсюда. Возможно, что-то мы забыли. Возможно, что-то мы не взяли. Но тревогу мы они, сука, успели поднять. Это, конечно, нехорошо. Я думал, что все получится по стелсу. Ни хрена. Не получилось. Так, у меня полный боезапас. Так, жизнь у меня есть. Это есть. Все есть, в принципе. Пошли. Нет света. Так пол башни снесли. Я давно говорил, что нет нихера здесь света. Понимаешь? Я когда еще в подвал спустился, сказал, нет света нифига. Никто меня не слушал. Так, здесь жизнь. У меня есть жизнь, мне не надо. Идешь ты, эй, алло. Ладно, хрен с тобой, сама придешь. Эй, Эбби. Давай уже, блин, залезай. Я бы так сказала. Погоди-ка, Эбби. Слушайте, я гляжу, все уцелевшие секторы башни заблокированы и находятся под карантином. Вам нужно как-то его обойти. К
Карантин. Карантин — это хорошо. С одной стороны. А с другой стороны, плохо. Так, ладно. Будем действовать тихо, но жестко. Думаю, что получится. Не получится, ничего страшного. Нет здесь эти... Воу. Тихо. Нормально. Жесткать, жесткать. Тихо, 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 тихо. Забыл выключить свою невидимость сраную. Надо как-то прокачать этот уровень, чтобы нам с тобой можно было по стелсу ходить дольше. Да что такое, монетку возьмись. Вон, ну нахер эту монетку. В жопу эту монетку, потому что я не понимаю, как ее взять. Она то пропадает, то опять появляется. Самое главное, ни на кого не нарваться. Понимаешь? Это же скач. Здесь подозрительно тихо. Очень подозрительно. Не нравится мне такая тишина. Просто не нравится. Может, наверх залезть? Давай, наверное, наверх залезем. Может быть, отсюда виднее будет. А, я же могу уходить. Тихо. Чё-то никого не вижу. А как здесь пройти-то? Чё-то я вообще не понимаю. Здесь лестница должна быть, по идее. А, вот и лестница. А вот и лестница. Вниз. Тихо, 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 тихо. Отлично. Мы с тобой на нижнем уровне. Самое главное теперь здесь слушать. Утырков. Суперсолдатан. Я его убью. Слушайте, я тут узнала, над чем работали в Брудере 3. Судя по записям, там создавали новейшие модели оружия. Я бы поискала на вашем месте. Тихонько. Отлично. О, с другой стороны еще один. Не ходи ты, блин, дура, здесь. Пойдем обойдем. Попробуем кругом обойти. Сейчас монетки возьму. Можно же как-то кругом его обойти. Ладно. Постараемся обойти его. Ты хочешь пробраться по-тихому? Конечно, хочу. Мне понравилось. Тихо. Он где-то здесь стоял. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо. Ай, бля! Не получилось! Не получилось! Пиздец, не получилось, а. Ну ладно, здесь, короче, он один остался, так понимаю. А, нет. Еще какие-то. Какие-то люди еще пришли. И не один, не один пришел, ты посмотри. Да, на, отдай сюда, скотина. Тихо. Слушай, а что на них на обычных трачу такой ствол? Спасибо. Да, сдохни. Тихо. Все. Ах, опять не получилось по стелсу, короче. Чистенько не получилось. Ну ладно. Не получилось, так не получилось. Я, в принципе, не очень сильно расстроился. Не, конечно, я расстроился. Конечно, я расстроился. Так, что у нас здесь? Я бы так сказала. Удовлетворительное. Эбстер нас высоко похвалила.
Так, мне сюда. Я тут нашла кое-что, Сис. Так, тихо. Сейчас. О, дверь. Так, здесь закрыто, а открывается с другой стороны. Отлично. Открывается с другой стороны, а мне туда. Ну-ка. Не понял. А, там... Тихо! Стой! Да вылези ты нахрен отсюда. Сейчас я залезу туда. Все. А присядь. Ништяк, я на месте. Я здесь. Так, что нужно делать? Давай посмотрим. Электрокрафтверк. Чтобы выстрелить электрическим разрядом, нажмите РТ. Электрокрафтверк создает несколько электрических зарядов, автоматически поражающих ближайших врагов. С его помощью можно также открывать сверхнадежные электронные замки на дверях и ящиках. Отлично. А где он? Вот он. О, я бы с радостью поджарила парочку нацистов. Я не знаю, как насчет нацистов. Клей на электрощитки. Но двери мы сможем с тобой открыть точно. О, круто. Че, пришли эти, да, нацики? Дай, пройду. Я убью эту сволочь. А я тоже хочу. О, ништяк, жжет. Охеренно. Сейчас еще вот тут... А, не-не-не, тихо. Много их еще? О, ништяк, электротоком. Слушай, хорошо жарит. Так кончается быстро. Тихо. Ладно, Джесс. Да я так могу, в принципе, гранату шваркнуть. Если что. Так, эти тоже сейчас сдохнут у меня. Да ё-моё, сколько же он? Перезарядка, отдай. Кому? Кому они броню расхерачили? Ах, они твари. Тихо. Слушай, а это говнище-то как-то, наверное, заряжается, наверное. Так, потрошки для нее нашел. Там еще, кстати, одни потрошки были. Я же дверь здесь вынес. Не, это не потрошки. Это нифига не потрошки. Так, а куда идти? Вижу. Сейчас мы отсюда свалим. Открыть дверь. Ништяк. Ништяк, мы с тобой прям пробрались зашибенски. Так, давай посмотрим, что мы здесь с тобой упустили, что пропустили, что не пропустили. И все соберем. Так, опа. Это что? Это монетка. Терминал. А у меня дискеты нет. Какой в жопу терминал? Я где-то дискету потерял 100%. Где-то здесь валяется дискетка, а я ее... Ух, нихера ты меня испугала. Откуда? Так, патроны всего полно. О, ты справишься. Еще заряд. Знаю. Мне бы нас... О, еще заряды. Мне бы на самом деле брони бы где-нибудь пособирать. Что-то я не понимаю, где броня-то, о, очки. Эти 3D-очки полный отпад. Да полное говно, я тебе хочу сказать. 3D-очки. Полное говно, потому что они сделаны из картона. Из картона. Понимаешь? Это не те 3D-очки. Походу, теперь надо спускаться. Ну, пошли. Так. Главный зал. Это что такое? Какие-то роботанцы, я бы сказал. По-моему, их парализовало немножко. Ну ладно. Короче, у нас теперь есть электрокрафтверк, которым мы можем с тобой открывать. Вот, прикольный. Ага. Давай, открывай дверь, прикольно. Вы в главном зале. Лифт к серверу должен быть в дальней части. Я лифт не вижу, я вижу утырков. С утырками у меня разговор конкретный. Так, тихо. Надо это... Что-то одним, короче говоря, топориком не получилось. Ты понял? Полный боезапас. Мне бы найти броню. Было бы вообще замечательно. Дин-дин-дин-дин. Нету. О, броня. Фух.
Живем. Так, а может быть у нас есть... Тихо. Давай прокачаемся. Персонаж. Сила. Эффективная маскировка маскируется... Медленно расходуется. Берем. Отлично. То, что доктор прописал. Так, 67 метров. Теперь я могу не бояться ходить, я так понимаю. Сейчас, Ахтунг. Ахтунг. О. Наверное, придется наверх залезть. Тихо. Это не главный фашист? Нет. Хера ты мимо него пробежала. Сорок шесть метров, идем. Тихо. Сныкайся, не показывайся. Кранты роботу. Слушай, мне не нравятся эти роботы. Блядь, здесь дверь, короче, закрыта. Японский ты городовой. Я-то думал, здесь пройти можно, а тут дверь закрыта. Как теперь пройти-то? Тихо. Иди, проверь, да. Иди, поднимись сюда, проверь, что здесь есть. А я в этот момент свалю от тебя. Отлично. Все, я вышел. Да твою мать! Все нормально. Тихо. Слышь, дверь заперта. Может, есть ручной блокиратор? Ну мы сейчас встрянем. Робот-полицейский. Да чтоб ты спалилась-то так нахрен быстро-то. Да сейчас я и грохну, не ссы. Отлично. Зольдан. Бля, подожди. Сейчас я его грохну. Сдохни, тварина. Бля, он еще взорвался и меня зацепил. А где это? Летающий смешарик гребаный. Пойдем и грохнем, короче. Сейчас. Ожидание Джесс. Подожди. Тут же ходит кто-то. Сейчас. Минус. Так, все, можно разблокировать. Давай, иди ищи. 11.75, да? 75. Мы открыли двери, Сис. Мы уже близко. Молодцы, вы справились. Да там кто-то стреляет еще. Ты убила его? Наконец-то ты убила его. А может мы что-нибудь здесь потеряли? Может быть что-нибудь вкусненькое есть? Да, видишь, боезапас есть. Давай еще раз пробежимся. Так, ну вроде больше ничего нет. Хороший у них здесь зал. Мне нравится. Правда, выглядит как-то стрёмновато немножко. Ну, а так ничего, жить можно, наверное. Так, все пособирали. А еще одна кодовая панель. Отключить люк для беспилотников. Как? Как я тебе отключу это говно это? Итак, друзья, я предлагаю, в принципе, на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.